Всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, вы смотрите канал Играя. У нас сегодня на канале Epistory Typing Chronicles. Игра, в которой, чтобы убить какого-то врага, нужно печатать воспроизводимые игрой некие слова. Печатать все это можно на русском языке, соответственно, русские слова. Давайте не будем долго ходить. Игра очень красивая. В плане, Once upon a time. Мы расскажем об одном времени. Это было лучшее из всех времен. Это было худшее из всех времен. Жила-была девочка. And she rode. Она ездила верхом на огромной лисе. But they were lost. Но они заблудились. They had always been lost. Они блуждали уже давно. Until a path appeared. Пока не появился путь, и она вступила на него. Перемещение левая рука, правая рука, ну понятно. Шла ли она след пути? Вился ли путь след за ним? Она не знала. Путь просто был. Так, извините, слишком громко, по-моему, все. Так. Вот. Внезапно она поняла, где находится. Это была... Она была дома. Этот лес укрывал ее в детстве. Путь перед ней был закрыт. То есть, видите, вся, по сути, игра — это какие-то сны, какая-то параллельная реальность. То есть мы бегаем по книжкам, какие-то бумажные деревца. Игра на максимуме, кстати, выдает почти 80 FPS. Путь перед ней был закрыт. Чтобы уничтожить препятствие, введите слово. А чтобы ввести слово, нужно что? А, роща. То есть вот так, роща. Ага, все. Путь уходил все глубже в лес. Знаете, что такое? О, это кролик. Она вспомнила, как на опушках резвились звери. Она вспомнила, как сажала цветы. Петуния. Календула. Клематис. Ромашка. Дупло. А при чё? Понятно. Готова новая область. Лисичка. Или кто-то? Белочка? Белочка. Давай поиграем, орешки принеси. Так, откройте меню клавиши. А, доступно улучшение. Готова новая область. Подожди. Сточку. Она почувствовала, как лес начал просыпаться вокруг нее. Да подождите, свое меню. Я обожаю вот эти вот книжки детские, знаешь, когда открываешь, а там его расставят бумажные деревья, бумажные звери. Вот это вот вообще прям с детства обожаю. Where? Why? Чё? Кто? Почему? Ладно, мы нажмем на тап, и у нас 2 очка. О, тут еще прокачиваться можно. Какая интересная игра. Так, давайте скорость пока, потому что медленно как-то она ходит. Будем пока скорость вкладываться. Так, что мы здесь имеем? О, прям реально бегает быстрее. О, тайник. Я не писатель, это не муза. Тайна. Тайна. Схема. 8. Тис. Так, мы открыли какой-то сундук. А, вон, надо забрать, да? Что это было? Непонятно. А, это какая-то прокачка, я не знаю, что это такое. Окей. А здесь у нас слова на каком-то греческом языке, я не знаю. Ну, по крайней мере, шрифт. Ну, ясно, что это у нас непонятно. Чем больше она вспоминала, тем сильнее становились ее чувства. Окей. Рододендрон. Рододендрон.
Рододендрон. Господи ты боже мой, что это за название цветов? Она вспомнила, как бродила по извилистым путям. Лаванда. Лаванда. Горная лаванда, наши дни с тобой. Синие цветы, лаванда. Ясень, ясень пень. Еще есть у нас тюльпан, фан-фан тюльпан. И камелия, камелия. Я говорю, я. Я, как говорится, свинья. Так. Там у нас... тут мы не пройдем. Она не осмеливалась ступить на хрупкие льдины. И дальше она тупо не идет. У нас есть мрамор. То есть, по сути, вот это открывание областей, это прокачка, все идет за счет впечатывания, по сути, слов. Слова, как видите, фразе. Слова разнообразные, слова интересные, слова русские. Чтобы пройти через заросли ежевики, нужно было их сжечь. Ага. Ладно, мы не умеем еще сжигать, окей. А это что? Вручение. Вручение. Гробница. 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 Талисман. Она вспомнила, как отыскивала под ветвями волшебные вещи. Окей, у нас... мы прокачали его руки. Давайте посмотрим. Бег, лиса. Что? Лиса переходит на бег и зажимать shift можно, да? Ну, давайте вот так сначала. Интенсивность. Это каждое введенное слово дает больше в... времени и комбо. Вот самая хорошая вещь. Графика потрясающая. Вот она клевая. Реально, вот графически игра очень крутая. Так, дальше у нас здесь тупик. Но мы можем здесь, по-моему, открыть. Да. У нас область открыта. Привет, зайчишки. Зайчишки, привет. Так, здесь у нас все открыто. Мы бежим вот сюда. За пределами леса поджидала опасность. Почувствовав, что что-то не так, я посмотрела наверх. И с неба упал огонь. Глава первая. Сигнальные костры. То есть у нас грохнулся метеорит. Хорошо. Может, то упала звезда? Может... Земля упала? Она может на землю упала луна? Нет, девочка, это упал метеорит. Она не знала, но теперь она уже была не дома. Так, это что у нас? Это что? Это новое что-то, да? Начали появляться стрекочущие существа. Давайте бороться с ними вот таким путем. А я дом. То есть мы вводим слова и убиваем их. Воля. Лона. И кстати, еще одну такую маленькую вещь скажу. Есть в настройках такой пунктик, что игра сама подстраивает сложность именно под ваше умение выбирать слова. Под скорость, под прочие параметры. Я поставил включить, чтобы у меня постоянно менялась как-то сложность. А не тупо легкая или нормальная, а какая сложная. Пускай я как-то вместе с игрой развиваюсь. Вот. Вот такие вот у нас интересные саморазвивающие игры. Это прикольно на самом деле. Именно вот такое поведение игр, оно очень приятно, и своему ребенку я бы с удовольствием посоветовал играть. Но пока у меня ребенок не настолько быстро печатает в принципе, поэтому смысла ей в эту игру играть нет. Это если вы умеете уже печатать хоть как-то быстро, более-менее. Георгин. Крона. Тогда да, но просто она не успеет
набирать. Надо знать хотя бы раскладку клавиатуры примерно хотя бы процентов на 60 ли какие буквы есть. Так, ладно. Она отправилась туда, откуда шел огонь. Ведь если не она, то кто? Я, конечно. Березняк. И слова-то, понимаете, слова-то какие? Гранит. Березняк. То есть гранит. Они развивают еще и понимание, что это такое. Гранит, понятно, какой-то камень, минерал. Березняк, то же самое. Булыжник. 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 Так. Ага, тут у нас, видимо, что-то тоже есть интересное. И он... Гравий. Гравий. И вот так прокачиваясь, мы... Тут у нас уже ни черта нет. Но здесь какой-то проход должен будет, видимо, открыться. Ну, ничего. Я вот здесь не пойму, это оно пиксельное, это вода или... Это мы в облаках. Ну, видимо, это, скорее всего, облака. То есть какие-то... Дальние. Так, а у нас здесь что? О, это на английской раскладке. А, S, D, F, L, G, H, G, K, L. А, ну понятно. Это все просто. Это в один ряд буковки набрать и все. Счастье. Счастье. Чулан. Престиж. Престиж. Счастье в чулане не скрыть. И от этого не быть престижным. Как-то философские какие-то у них прям сборка слов. Так, вот. Деревья сменялись пеплом и углями. Ну как. Так, а это у нас все еще непонятно. Да? Туда и упал метеорит. Да, там я вижу яму. Земля. Прокачивайся. Вот она, дырень. Или здесь он начался? А, это был типа путь и закончился, или здесь он начался? Ну, значит, наверное, опа, провалились. Пылающая низина. Это первый акт. Типа, две локации уже. Вот. Она обнаружила, что осталась одна. Что за мышка? Потерялась в темноте. О, вот какие-то у нас жмык. Или нет? Эльф. Черт. Игра. Ого, тут посложнее уже пошли тут букашки. Пока сзади не раздался рев огня. Ага, у нас огонь, у нас... Прекращает нам путь, преграждает. Хорошо. Так, а это мы так и не имеем, да? Спелеотем. Спелеотем. Давай, если есть возможность убить. Метеорит глубоко зарылся в землю. Мы из его темного ядра выползали злые существа. Хорошо. Выползали нам ничего. Мы их убиваем, мы без проблем справляемся даже. Вереский и ежевика преграждали ей путь. Ну, вот я пошла. Лес. Гад. Ухо. Око. Карминит. Карминит. Е-ли-тит. Отлично. Очень много очков, мы пока прекрасно справляемся с задачами. Эту тварь я не могу убить. Лас. Видели там какой-то азу? Азу это пища. Ну да, пища это блюдо. Вы смотрите, какая там тварь здоровая. Вник рассказывал чего? В них раскрывалась история другого мира или, возможно, другой жизни. Ну да. Из них так и сочилось одиночество. Кстати, вот сейчас вспоминал. Лисенок и ребенок еще встречаются в книжке «Маленький принц». Я, кстати, советую всем тем, кто, ну,
смотрит на меня. Вас пока немного, но вы все мои. Я советую вам посмотреть. Все-таки «Маленький принц» есть мультфильм замечательный французский, буквально, по-моему, 14 или 15 года. Но можно прочитать и книгу. «Экзюпери», по-моему, очень, очень милая, очень красивая история. Папа, смотри, если... Чего? Если нас спасут, она умрет? Пещера закрылась вокруг нее. Ангидрит. Пещера. О, а там 10 Reuters. По-английски, ни хера себе. Reuters. По-английски это прям забавно. Переключение раскладки вот тут у нас уже идет. Хорошо. Но вот видите, я же говорю, игра подстраивается под стиль, под скорость, под все. Алюви. О, ребята. Они явились из тьмы, словно воплощение страха. И спасли ее. Мог только... и спасти ее мог только Радо. Берем. О, мы нашли для чего-то интересного. Ортокласс. Спелеолог, спелеолог. Мингир, мингир. Вот так. Тут у нас не пройдем. Она увидела что-то за лавой. Силу, которую не мог разрушить ничего. Ты. Что это? А это у нас огонь. Теперь мы, видимо, сможем фигачить огнем. Ну, я не думаю, что это точно. Зажигалка. Точно, мы теперь можем расчищать. По ее жилам текло что-то иное. Оно сжигало гнетущее внутри одиночество. И открывали ей новые пути. Пепелище. А, плавильня. Гипс. Я говорю, гипс. Сталактит. Бензобак. Да, у нас прям хорошо получается. Сейчас мы еще тут пиротини. Пирофобия. Буфобия, ага. Не все буквы на экране видно. Петарда из микрофона, поэтому я иногда подтупливаю. Теперь мы будем друзьями. Я буду заботиться о тебе, обещаю. Так. У нас тут динамит. Вот что-то открылось, это дверца очередная. Прекрасная, красивая дверь. И идем туда. Угольщик сожжения. Ага, здесь, я насколько понимаю, надо две одновременно, да? Домна барбекю. Домна. Почему? Сталагнат. Ну, это так было. Бонусом. Доступно улучшение. Иногда игра почему-то подтупливает. Гарь. Подбежал. Ну, это уже, видимо, какая-то неоптимизированность. Потому что здесь, в принципе-то, тупить нечего. Так, если подождать следующее слово, вводить не придется. Окей. Так, на что потратим мы это? Магия огня быстрее сжигает следующее слово. Давайте так сделаем. Отлично. Ага. Что у нас здесь? О, тут сейчас будет игра. Игра. Мама. Член. Фаза. Гурт. Вид.
Следок. Гол. Оп. Прям, а, Ирод. Ирод. Лама. Жлоб. Смех. Пар. Дол. Урок. Вор. Зад. Мана. Нога. Холм. Холм. Заяц. Эйф. Баба. Баба — это хорошо. Батарея. Зов. Зов. Жук. Лес. Бег. Мол. Сад. Дуб. Бай. Век. Буй. Чё? Инь. Ёб твою мать. Теперь ничто не могло ей помешать. Понятное дело, мы крутые, мы научились пулять огнем. Так, здесь у нас, так, и, по-моему, сюда. А, ну да. Аул. И мяч. Мяч. Теплота. Жор. Ара. По сути, мы можем первое слово вбивать, и нам помогает огонь и продолжает сжигать существо или предмет уже потом за нас. Так, тут огонь нам здесь пока вообще. То есть огонь огнем никак не победить. Мы бежим сюда. У нас здесь дверь, все правильно. Так, температура, теплообмен. Температура. Чего? Температура. Теплообмен. Два слова, и ворота открываются. Так, у нас чего? Головня. Головня. Кипяток. А, тут... Ой-ой-ой-ой, нихера себе. Зуб. Туя. Лоб. Лоб, а, лото. Няня. Пир. Мыс. Сдохни, тварь. Так, окей. У нас здесь интересное, да? А, монолит. Монолит. Ух ты, это прямо... О, монолит — это прямо сталкер. Огненосец. 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 Видите, у нас есть 4. Короче, факел, на который, видимо, надо одновременно зажечь, чтобы открылись ворота какие-то. Давайте попробуем. Кипяток, термометр, вспышка, термобур. Кипяток, термометр, вспышка. Да блин. Вспышка, термобур. Загорелось? Вот, мы успели. Я постоянно нажимаю пробел. Привычка. Просто привычки печатать. Тут же 4 слова, как же перед ними не поставить пробел. Она начала узнавать рисунки. И эти рисунки. Вот твой. Мама. Парк. Нос. Нос. Куб. А, бар. Куб. Фея. Все, победили. Вот, с прокачкой от этой вот возможности у меня... Ой. У меня... Мне проще стало убивать этих тварей. Так, мы вышли туда, откуда пришли, по сути-то. И теперь мы можем... Топливо. Топливо. Теперь мы можем отыскать все вот эти закрытые нашими кустами. Перегрев. Перегрев. Плазмоид. Плазмоид. Блин, ну реально при... Ой-ой-ой, тихо-тихо, подожди. Сейчас я тебя за ноги подползи. Литр и хрен. Литр. Хрен. Каюк. Литр, хрен, каюк. Отлично, словечко. Берилит. Так, а, стоп, тут у нас что-то интересненькое.
точку за Е. Е, И, Е, И, Е, И, Е. А-а-а, секрет какой-то, что ли? Нихера. Вы нашли коллекционный фрагмент. Чтобы посмотреть, нажмите Tab. Соберите все фрагменты и увидите все изображение. Давайте посмотрим. Вот что мне нравится всегда в этих картинках, они очень милые. Я бы такую даже картинку себе в комнату распечатал, большой постер и повесил. Реально красивые вещи делают. Респектуха художникам. Так, здесь у нас что? Углежок. Углежок. Вот. А. Углежок. На английском все печатаю. Долбажок. Так. Пещера раскрылась перед ней, словно кафедральный собор. Окей. А, тут только угольки-то меня не зашибите. Подожди, 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 подожди. Не-не-не-не. Сейчас я отбегу. Мор. Бой. Не надо близко, не надо подходить к этим тварям. Июнь. Ух ты, там мой любимый месяц. Вымя. Ива. Жим. В июне у меня день рождения. Так, давайте сюда заглянем. Даже и там были драгоценности. Они ждали, когда их найдут. Доступно улучшение. Тайна. Чулан. Чулан был. Залежи. Вторая, да, картинка? Два из трех собрано. Давайте посмотрим. О! Девчоночка, это какая-то пухленькая прям. Тут, наверное, будет лисенок. 100%. Так, у нас есть сдержанность. Знания на карте отображаются входы в подземелье. Интересно. На комбо дается больше времени. Давайте сделаем скорость побольше. И интенсивность. Вот так. И нам надо найти третью картинку. Я прям почему-то уверен, что там будет у нас лисенок этот. Ну, не знаю, попробуем найти. Может найдем, может не найдем. Это все-таки не прохождение. Это мы просто смотрим игру, которая... Она вроде как и не новая, но... Так. Началось. Омут. Руль. Урок. Бар. Форд. Вид, доля, берег, перц, жаба, урод, нега, звук, бас, сад, марш, марш, хаб, юрта. Пока хорошо все. Яшма, смех, игра. Бой, лоб, лоб, аят, мозг, обед, ложе, отрубек, дуб, дуб, гол, буй, ухо, гад, зуб, зуб, жук, фука, сука, мука. Завалил, не успел, я перепутал две кнопки. Так не выйдет. Да иди ты. Игра в определенный момент и очень сильно тупит. И именно когда вот эти буковки печатаются почему-то. Либо игра анализирует что-то, ну, короче, волк. Ну-ка. Мощи. Мощи. Рык. Рык, блять. Да быстрее, почему так долго печатаешь? Давайте с третьего захода. Залп. Ноль. Гель. Мыс. Овал. Овал. Каша. Мус. Алиф.
почему-то некоторые прям очень элементарные слова, а некоторые мне вот в ступор ставят. Фея, пари, ров, ива, звон, нить. Что там? Иди. А, ну он сдох и так. Гимн, пар, арба, арба, бас, роса. Я понял. Не обязательно все слова вводить. Раб. Они сгорают. Вторые слова сгорают. Если есть три слова, то можно в третье вводить. Бег. Пол. Дом. Жим. То есть вы видите, да, что я ввожу одно слово, а второе слово огонь сжирает. Вот, а это будет тяжело. Ара. Пол. Няня, лес, реал, мор, зад. Мы победили? Мы победили, мне кажется. Нет? Нос, азы, лаз, гол, нота, губу, идиш, борт, наш сукошарф, запендрючистый какая-то. Такие слова запендрючистые. Все? Нет, азу. Азу хороший, кстати, круто. Пир. Ухо. Сдохнуть его уже надоели. Бас. Ель. Последняя, последняя, да, атака, окей. Я тебя понял, хорошо. Все? Или еще? Бес. О, безапелляционность. Безапелляционность. Сдохни. Он. Дом. Хорошо. Хорошо. Одно слово ввел, и все остальное не важно. Вскоре огонь успокоился, воцарилась тишина, и ее сердце забилось под новый ритм. Под новый ритм? Вот такой, наверное. Так, окей. Мы поднимаемся. Ну да. Дырка. Она снова вышла на свет. Хотя земля была отмечена вечной меткой, ее окружали зеленые побеги новой жизни. Так, и да, и зайчишка у нас как тут ждал, так и ждет. Привет. Уголь. Труд. Труд. Есть слово труд, а есть слово труд. Труд — это некое подобие веревки, по-моему. Да, мы открыли новую область. У нас сначала бумажка стелится, потом на ней растут деревья, травка, кустики, камушки, зверята прибегают. У нас бумажные, да, видите. Вообще очень красиво, добротно и душевно. Прям как по-польски сказано. Добротно, душевно. Свеча. Свеча горела. Так, а тут тварь. Ее надо убить. Блад. Мощи. Сдохли, да? А, суть. Свеча, опять свеча. О! Холм. Лира. Веер. Гурт. Сук. Вы прям так нападаете там толпой. Прям так нечестно. Козлы вонючие. Тут у нас флорист. Флорист. Чаще. Кто? Настурция? Настурция. Настурция. Очень плохое слово, на которое я сразу... Монета. Монета. Удача. Схема. И у нас что? Опыт или просто, или что? Да, опыт. Просто опыт. Хорошо. Тут что-то я еще приметил. Да, вот они, эти кустики. Готова новая область. Окей. Искра. Искра. Ну, нам надо искать, да, картинки. Я прям не... Так, здесь что? Свечка. Была свеча, а сейчас свечка. Свечка, свечечка, свеча. За чего ты горяча? Акация.
Ее привлекли сильные запахи сосен и мха. О, мус идет, черт, обух и далее. Ирис, пока не будем этот, та тварь. У нас появились новые враги. Это какие-то пауки. Лира, борт, форт, взрыв. Появились новые враги, это пауки. Так, здесь... Ого! Какое сундучище. Как к нему пробраться? Как? Вон наш где. Хорошо, ну-ка пойдем. А, здесь лед, да, получается? Да, тут лед, и по нему никак не пройдешь. По ходу дела. Ну ладно. Видимо, с той стороны где-то надо, можно будет проскочить. Вот такие вот пироги, вот такая вот хорошая, добрая игра. Домна. Нам, по сути, предлагают интерактивную какую-то историю и сказку, которую мы ездим на колесе, читаем, смотрим и печатаем. И тогда внутри она увидела тень. А это какое-то новое подземелье. Какое-то новое подземелье. Лилия. Лилия. Ясень. Нам это все надо открывать, взрывать, ломать. В плане того, чтобы открывать какие-то секреты, какие-то новые. Ой-ой-ой, нихера себе ты большой. Как-то надо. Дуб. Ара. Пар. Зов. Жор. Сон. Жук. Сдохни? Сдохни, говорю. Нихера ты здоровый. Кратер. Кратер. Казна. Страс. Успех. Хорошо. Так. Что-то мы нашли. Это всего лишь, наверное, опыт. Тут гейзер. Гейзер. Угу. Доступно улучшение. Так, здесь у нас ни черта нет. Зачем это здесь было? Запрет. Ну ладно. Давайте-ка вот это вот откроем. Я думаю, тут, наверное, какой-то чекпоинт будет. Нет? А, 20 тысяч, наверное. Ну ничего. А доступная область где-то мы пропустили, наверное. Окей. Магма. Магма. Баба. Ну что-то я не хочу туда идти. Как-то вот. Доступно улучшение. Давайте улучшимся. И на этом, наверное, закончим. Все-таки, ну, в принципе, понятно. Суть игры понятна. Мы посмотрели игру, мы посмотрели геймплей, мы посмотрели графику, мы посмотрели звуки. Все прекрасно. Вам понятно, я думаю. Если вам понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И ждите новых игр. С вами был Дмитрий. Это был канал Играю. Он есть. Еще раз говорю. Пока-пока.